Пожарным уже после того, как они ликвидировали возгорание, пришлось долго разбирать горелый хлам, в который превратилось все, что находилось до пожара в бытовке. А когда завал разобрали, нашлась и деталь, которая навела на мысль о том, откуда появился огонь. Это же электрический же, он же провод. Да. Жень, вот так он стоял, а там он сверху была накрыта. Вот это да? Как на стене, вот там он же без. Судя по всему, пламя вспыхнуло из-за так называемого электрического козла, над которым строители устроили импровизированную сушку для одежды. А рабочих не было, да? Нет, он закрытый был. Вы сами вскрывали его? Седьмой приехал вскрыть. С какого вагончика? Да. А вот где инструменты хранятся, это крановщика. Охранники тоже подтвердили, что огонь появился изнутри закрытого вагончика. Снутри пожарный первый принял предварительное заключение, проводка замкнула или печка это, в трубах-то есть эти, тенты эти. Пожарные прибыли довольно быстро, огонь успел уничтожить лишь одну бутовку, хотя рядом находилось еще несколько, а также стояло несколько единиц техники. Учитывая это, хозяева объекта сочли исход происшествия для себя приемлемым.